Вообще у нас существуют отчетные концерты, на которые мы готовимся. Естественно, на один трек у нас уходит примерно 1-2 месяца, где мы после изучения подробного разбора мы выходим на отчетный концерт с определенными задачами. Самое первое выступление было, конечно же, очень волнительно, потому что все-таки живая музыка — это не минусовка, а может произойти всякое, то есть бывает сбиваются и вокалисты, бывают музыканты, но это очень крутой опыт, когда вы все-таки делаете одну большую какую-то вещь, и люди тебе аплодируют, люди слышат твою музыку, слышат голос, чувствуют энергетику, и на этой энергетике потом едут дальше домой. Мой педагог — это Инна Евтушенко, очень крутой педагог, старший педагог школы Music Club. Она преподает экстрим-вокал, также она оканчивала Новосибирскую консерваторию по направлению оперное пение, в общем. Это супер-мега-звезда, сейчас она вся в делах, она участвует в проекте «Голос». В Music Club я попала, меня пригласил брат по ссылочке ВКонтакте, где там можно посетить пробное занятие и все такое, в общем. Я пришла на направление вокал, меня встретила Инна, собственно, такая огненная женщина-пожар, меня очень сильно вдохновила, заинтересовала, и так получилось, что я уже полтора года здесь.